сайте ваш был надрукован, с якой сутыкнулися мы и Акашут. И, до речи, эту формулировку не так просто. Это однакование тих проблем, которые другое прием нового сябра Белорусской ассоциации журналистов и в 2019 году были приняты стратегические накерунки Дайте гоноровым сябрам Бажа. За 20 годов основания организации, я нагадаю, Светлана гоноровая сябра у нас Клей Хасло, это журналист американец, журналист Калифорнии и когда-то работник Associated Press. Он столько в нас вложил в организацию с образовательными программами лет 15, наверное, назад. Просто замечательный человек. Гоноровый сябра Бажа, так само Алексею Симону. Фонд обороны галузности. Да, и это супало с 60-годзем Сергея Законникова, и вот такие складанные. Ну, и часы были, и вот и столько переследу. И вот Сергей третий гоноровый сябра, черговый гоноровый сябра. Ну, мы просто вельми рады. Еще раз прошу. Великим задоволением и гонором приняли Светлану Александровну гонорового сябры, об чем свечит вот этот диплом. Спасибо. Спасибо. Мы вам уже замовили посвящение сябра Международной федерации журналистов. Мы ассоциированы сябра этой организации. И тому вам, как кажется, полагается вот такое посвящение. Слава требует очень много физических сил. 17 стран за год, это тяжело. Больше я такого не буду делать. Я думала, я ждала нового героя. Да, думала, он будет. А Боб Дилан этот оказался такой орешек, что они там еле до него дозвонились, и он, конечно, не будет. И поэтому... сохраняется. Ну, думаю, этого темпа не будет. Я постараюсь, чтобы не было.